Завтрак. Что, ребёха, что? Смотри, что будешь кушать. 3 таблеточки мороженого мотыля. Так, забрасываем. Так. Ага, тебе 2 таблеточки влезло, да? Самка подплыла, не смогла съесть. Ну как зюет. Так, оп. Рыбки подъедают. А тебе не досталось, да? Сейчас корм оброшу. Что там? Не жуешь, чтобы не выпадали червячки. О, закрыл рот, не жует. Самка вон жует. Так, вот еще один червячок поплыл. Оп. Ну что, эти остались голодные, сейчас заброшу им тогда еще сухого корма. Так, вот такой у меня еще есть корм для цихлид. Забрасываем, чтобы остальные поели. Не, ну куда ты поплыла? Ой, страна-то за рот закрыт, не может схватить. Вот кони ненасытные, ну, оставьте остальным. Так, мелочь завтракает. Все тут, там никого нет. Все вот тут нямкают. Ой, сколько мути этот корм делает сухой. Не люблю кормить сухим кормом, очень много остатков. Лучше кормить мидиями и мотылем. Не будет вот такой вот взвеси в воде, вот. Ну, вроде поели. Все, понямкали. Плыви уже в гнездо. Мотылем покормила, может, нерест будет. Тоже тарелка месяц лежит. Слышь, папаша, где икра? Скажи, все вопросы к мамаше. Красотка, где икра? М? Смотришь ты. И что ты мне отвечаешь? Нету икры. Бардак наделали, стоит тарелка. Ямы нарыли. А икры нет? О, брачные игры у них, вон, смотрите. Жабры раздули. Любовь у них. Целый месяц мне голову дует. Над гнездом над своим плавают, дерутся, целуются. А нереста нет. Ну, все, спустились к тарелочке. Ну, ждем. Сейчас попробую давать каждый день разную еду. Это как стимуляция к нересту. Может, самка все-таки и надумает. Оп. Обнимашки пошли, все. Вот красавцы. Вот. Возле гнезда плавают. Рыб мелочь отгоняют. Вот так вот открывают свои рты, жабры. Трясутся вот так вот. Вот у них брачные игры такие. Каждое утро бегу смотреть, был нерест или нет. Нет? Нет? Устал уже смотреть. Ладно. Все понямкали до вечера, до ужина.